25 июня, 21 год, город Полевской, уральский перцевод представляет теплицу. Перцы наконец-то более-менее пошли в рост и уже начинают завязываться. Но не все. Вот эти вот мелкие еще пока не хотят. Или вот такой ствол. Смотрите, какой толстый ствол. И только-только сейчас разветвление началось. Но вот тут у перчика такой сюрпризик. Завязался один. Совсем неплохо. Вот тоже цветут пока. Ничего не видно. Но все равно скоро. Тоже здоровый ствол, но перцев пока нету. Ярко-синий блю. Наконец-то первые цветочечки пошли. Посмотрим, скоро могут уже, да, должны перчики. Все эти пасынки отрывать, потому что перец просто не успеет выгореть. Вон еще завязались. Это нагавипер. Самый такой, один из самых классных перцев. Дальше красный хабанеро. Два уже приличных перчика. Скоро будут перцы у него. Будет начинать зреть. Вот у нас халапеньо джимбо. Уже вовсю перцы у него. Смотрите, сколько перцев. Вот уже такие большие. Да, при приближении вот так вот только более-менее качество. Тут пока пытается что-то, но еще неизвестно. Вот. Симпот бежевый. Перчики у него. Он еще. Уже, блин, почти весь усыпан. Да, вяжутся. Там вот тоже скоро будут уже перцы вязаться. Здесь тоже вон весь усыпан. Тут тоже начинает вязать. Тут пока глуховато. Вот Каролина. Рипер Лардж. Очень мощный куст. Посмотрим, что будет у него. Это у нас зеленый Тринидад Маруга. Скорпион зеленый.
Да. Вот один кустик болгарского перца. Вон у него перчики завязываются. Так что сейчас уже нормально. Все не все, но много уже кустов. И перцы прут. И вот так, смотрите, какие лопухи он. Больше ладони. О, просто зверские лопухи. О. Такой маленький, а такой лопух. Вот тоже лопухи. Просто посмотрите, что это такое. Далекая разница. Здесь он тоже лопушище. А? Пасынков сколько, смотрите ко мне. Вот ты обрываешь их, а вон они прут и прут. Это у нас шоколадный хабанера так попер. Вот мои перцы. Всем пока.